Здравствуйте, друзья! С вами YouTube-канал Арма и я его ведущий Тугалов Руслан. Сегодня мы покажем вам чемпионат УАЛ, который недавно прошел в парке Ташкента. Мы проводим профессиональный кубок, где соберутся все самые сильнейшие из Узбекистана. Спонсором является Maximum Nutrition Cup. Это компания, которая начала активно действовать, чтобы армрестлинг сильно развивался в Узбекистане. Сегодня мы увидим жаркие бои. Призовой фонд по левой руке 1 000 000 сум составляет, а по правой руке составляет 1 000 000 сум. Если выиграет левую и правую, то 2 000 000 сум. Это хороший гонорар для развития армрестлинга, мощный толчок в развитии этого спорта. Ну, желаю всех удачи! Спонсорами данного спортивного праздника, который проводится вместе с Федерацией УАЛ, в целях популяризации спорта в стране, но, естественно, для того, чтобы наше молодое поколение больше относилось к спорту, чем просто занималось всякими непонятными делами. То есть представляем бренд Maximum Nutrition, то есть производим спортивное питание для набора массы. Так что желаем всем участникам соревнований удачи. Ну и всем здоровья, прошу. Стол номер 2 приглашается Атакишиев и Абдылов. Стол номер 2. Бабур Бекчанов, Ташкент, чемпион мира, чемпион Азии.
по профессии охранник, друзья. Следующий называется Азиз Таджиев Чирчик, чемпион Азии, студент. И четвертый участник Ризаев Музафар Чирчик, чемпион Азии, УАЛ, военный. Вот эта великолепная четверка, которая будет сражаться сегодня. Они выберут жребий, вытянут свой жребий, и мы поймем, кто какой парень. Все по-честному. Друзья, первая пара уже выяснена. Это Бабур Бекчанов и Азиз Таджиев. Будет три раунда. Если 2-0 в сухую, если 3, то сами посмотрим, кто из них на что гораздо. Удачи, поаплодируйте еще раз этой паре. Бабур Бекчанов, Азиз Таджиев приглашаются. Максимум Нутришн, напомню, сегодня спонсирует и поддерживает данное мероприятие. УАЛ Лига. Бабур Бекчанов, Азиз Таджиев. Переживаем, болеем за своих. 1-0. Бабур Бекчанов одержал победу. Или Черчик. Давай, одержал победу Бабур Бекчанов. Мнение очень играет роль. Как вы думаете, вообще, кому сегодня достанется левая, правая рука? Ну, Музафар, твое мнение. Ну, не знаю, пока сейчас очень сильные ребята. Вот посмотрим, что покажет. Дай Бог. А здесь что ты, а как ты думаешь, Азиз? Ну, я думаю, сегодня призы тоже хорошие. Ну, а основное, не знаю, только что покажет. Многие уже армейские эксперты сказали, что правая будет Бабура, левая будет Азиза. Ну, еще посередине стоит Музафар. Ну, все по разной форме, правильно? Да, да, вот я говорю. Сегодня будет как бы новый турнир. Вот я говорю же, это стол выбирает, кто чемпионом будет. Не судья, а это стол выбирает. Азиз, как Музафар сам? Нормально, хорошая форма? Ну да, так тренировались, как возможно. Ну я фотки видел, ты сильно готовился. Постоянно рука гантели. Ну, всем удачи. Азиз Таджиев, Чирчик, суперфинал. Максимум нутришн, максимум удовольствия, максимум резине. Давай! 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 Дав
Ваши бесконечные аплодисменты этим двум сильным парням с Чевчука. Самая сильная левая, самая сильная правая рука. Почетные грамоты, конечно же, медали с кубками. И чек на сумму 1 миллион от Максимум Нутришн. Самое правильное, вкусное и рабочее питание Максимум Нутришн. Во всех аптеках Узбекистана. Чемпионов, давай. Побольше фото, ребята. Ваши аплодисменты, ребята. Теперь вдвоем, ребят, вдвоем. Запомните этих победителей данного кубка. Вот они. Азиз Таджиев, Резаев Музафар, черчикские ребята. Как мы говорили, что Бабура соперником будет именно Музафар. И он не верил, что он тебя раскроет. Сегодня он доказал, что именно так действовал, потому что Бабур сильно накрыл. Молодец, выиграл. А левый, как всегда, явная победа. Мы вообще даже не сомневались, что победа будет. А здесь было плюс-минус. Какие впечатления? Вот призовой фонд был вообще шикарным. Да. Спасибо, чтобы Максимум с такое соревнование проводить. Очень приятно. Ну, очень тяжело было, конечно, бороться. Нелегко было. И, да, соперник тоже очень сильный был. Очень сильный. Но старались. Ну, вот, как-нибудь. Азиз, какие у тебя впечатления? Впечатления даже высший уровень у нас. За такое соревнование, за такого увала. Спасибо большое за такого призовой Каменский соревнованием. И еще нашему спонсору Максимум Нутришну спасибо за такое соревнование, за такие призы ваши. Постараемся в дальнейшем еще это на увале участвовать, еще развиваться на армрестлингу. Дай Бог, на чемпион мира или в другом соревновании будем участвовать. Музафар, ты вот сегодня Бабура выиграл, значит, теперь мы тебя считаем новым абсолютным чемпионом по версии увал. Там еще есть Ниязи Кудрат, который говорит, что он тебя выиграл. Хотел бы с ним 5 раундов побороться. Почему нет? В декабре будете участвовать на суперфинале? Дай Бог. Дай Бог, время покажет. Ну а на этом все, друзья. Сегодня мы стали свидетелями очень упорных боев. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и комментируйте видео. Удачи!